Проверь, фрешбар Double Funny почти каждый день пью, это не опасно, возможно, очень опасно. Что же там такого страшного? Поначалу все нормально, но потом мы находим краситель Е31. Он запрещен в ряде стран из-за подозрения на потенциальную аллергенность. В некоторых случаях может вызывать такие симптомы. Однако исследования показали, что при такой суточной норме для человека не будет опасен. Сахара многовато. Много не увлекайся. Какой продукт проверить в следующем?